Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Гипермаркет «Макси» откроют в третьем квартале следующего года. На этот срок наметила начало работы магазина на улице Московской в Кирове компания «Макси Девелопмент». Она разместила ряд тендеров, в том числе на проектирование светофора. Сообщество «Строим Киров» сообщает, что из-за строительства ТРЦ может быть изменен трафик на расположенных рядом улицах. Добавлена третья полоса при повороте с Московской на Ердикова при движении из центра. Напомню, что торговый центр разместится на Московской 102. Ранее эту территорию приобрела казанская компания «Мегастрой», но она отказалась заходить в Киров. Торговый центр «Макси» будет одноэтажным, площадь составит 13,5 тысяч квадратных метров. Рядом будет находиться парковка на 420 машиномест. Программа «Экономика». Эффективность госзакупок 8%. Подведены итоги за 8 месяцев года при централизованных закупках для государственных нужд. Центр по техническому сопровождению госзакупок провел за этот период 4200 таких процедур. Чаще всего поставщика определяют на электронном аукционе. Наиболее востребованной торговой площадкой является ЗАО «Сбербанка СТ». Там прошло 3500 процедур. На торгах разыгрывалось почти 4,5 миллиарда рублей. Сэкономить удалось 309 миллионов. Экономическая эффективность торгов 8%. Экономика. В Кировской области стартовала программа «Ты предприниматель». Участником может стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет, заинтересованный в открытии собственного бизнеса, а также молодые предприниматели. В этом году доступен один из четырех индивидуальных курсов «Производство, сервис и туризм, сфера услуг и бизнес по франшизе». Обязательным условием участия в образовательной программе является прохождение психологического тестирования, которое определит уровень предпринимательских способностей. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку. Заявку на сайте дело43.ру. Учебу смогут пройти 450 человек. В завершение о валютах. Доллар сегодня 57.53, курс евро 68.58. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.